В прыжке давай. Хорошо! Окей, они вдвоем еще там. Сюда! Как я это делаю? Это просто жесть. Он стоит, он АФК! АФК стоит! О, смотри, режь его, режь. Что? Я чувствую! Ой, я стоплюсь! Я такого никогда не видел, если честно. Что? Что мне дали? Всем аквакаем, братва! Алем, ботик, так! Большущий привет, мужики! Я на месте! Так, сегодня у нас с тобой продолжение легендарнейшей калибровки, финал. У меня осталось 6 каток до конца, поэтому сейчас я тебя максимально забущу, чтобы откалибровало меня еще жестче, чем надо. Поэтому готовься тащить максимально. Братан, тащить максимально. Скажи честно, как ну бабу уже пустить? Как про игрока, поэтому ты тоже готовься к проигре. А ты что написал гоуну? Я же... Это я тебе, вонуп. Нормально, но сейчас докажу тебе, что такое настоящий прогейминг. Погнали. Братан, бери ты на месте. О, ты тоже как я играешь? Бери, я случайно флешку купил вместо хаешки. Это все слив. Бери ты на месте, а Бобин сосиска в тесть. Так, флешечка гениальная, полетела, можно тащить. Бля, мне граната залетела. У меня лагает снов, что не так с ним. У тебя тоже лагает, подлагивает фризы, да? Да. Что там есть кто? Есть, они повсюду. Они с двух сторон меня окружают, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Здорово, я помогаю, родной, не парься. Подсунул и погнали. Первый готов. Есть, я пленчу, прикрывай. Мы второго потеряли. Вернется на карту сегодня или нет? Он за карту выпрыгнул от страха. Братишка, извини, если мы напугали. А бой он такой килл дал, что чел сразу решил ливнуть. Блин, а реально его нигде нет, слышишь? Мне кажется, он реально уже вышел. Просто еще не успел прогрузиться, что он вышел. Он кикнул, полностью тиммейт его кикнул уже. От безысходности. Он увидел, что мы калибруемся, понял, решил кикнуть уже. Бум. А где он нырял? Его на карте нет, это что? Давай с билетами сейчас затащим этот раунд, попробуем, не? Давай. Просто в честь того, что челик просто с карты вышел, можно, в принципе, с билетами поиграть пару раундов. Давай, поехали. Я сразу говорю, я буду тебя называть нуб. Хорошо? Да. Лагава! Не законтрил, молясь, из-за лагов, ты понял? А что он тут сидит, подожди? Нету. Блин, я даже не хочу прятаться, я хочу его искать, раз он прячется, я... Его нигде нет! Он стоит, он АФК! АФК стоит! О, смотри. Не понял. У тебя его нету, стой, повернись, левее. Вот, да, вот здесь, не, правее. Стой, правее, еще чуть-чуть правее. О, вот он, да. Подойди ближе. Ты прям режь его, режь. Что, я чувствую? Ой, я стоплюсь, смотри, я обмываю. Он невидим, у меня. Я тебе клянусь, хочешь я демку выведу? Давай, а как ты его видишь, а я не вижу. Я вывел демку, смотри, быстрее, демку вывел. Давай. Я понял. Он исчез. Ты видел, я об него стопился, об невидимку. Он просто пропал. Да, офигенная первая катка, в принципе. Стендов нас не перестает удивлять с каждой каткой, с каждым видосом. Всегда что-то новое происходит. Я такого... Стендовик заводит контента нам, понял? Имба. Я такого никогда не видел, если честно. Ноускоп. Ля, нифига ты ему дал голову! Не забей, походу это против одного чела можно, в принципе, сразу заканчивать каточку и идти следующим. Давай ему напишем. Давай попросим, да, сдавайся. Сдавайся, бро. Ты топ. Когда сдался, я напишу, ты нуб. Осуждаем. Не, реально. What the dog doing? За такой отомщу. А, что? У меня залагало, я тебе отвечаю в моменте. Не, чувак, это Габелла, понял? Это бан. Он пишет такой. Нет, за такое мы точно сейчас 8-1 делаем. Напишу тебе хана. Тебе хана. Его нигде нет, он все, он будет прятаться, он нашел. Давай, чувак. Нет, у меня не залетает. На тебе! Сюда! А, не осуждай, он такой и есть. Это твоя зажигательная? Что? Не, у меня откуда она заспавнилась тут эти? Что за фигня? А ты не пройдешь. Ладно, я буду с ним попасть. Она не тушится! Ухля, а где он? Он тут был, понял? Он в планту, походу. Он был в планту. А, справа! Ля! Короче, я не знаю, слишком легко его выигрывать, поэтому сейчас смотрим конец катки, сколько мы его там вынесли, и летим в следующую. Так, мы закончили с пацанчиком, 8-2. В принципе, смотрим, сколько нам каточек. Хотя зачем смотреть, я помню, нам еще 3 каточки осталось, поэтому погнали. Как говорится, в таком же темпе тащить, чтобы почти 8-0 было, и нас повысит до легенды по-любому. А мне 2 катки для калибровки, прикинь. Неплохо. Мне интересно, на что тебя повысит, а и на что меня. Сравнение будет, кто лучше сыграл на калибровке. Наконец-то! Найс, погнали. Так, погнали, вторая каточка. Кстати, знаешь, что я интересно заметил на разминочке? Зайдем в профиль Only Absolute. История матчей. Просто, братик, у него процент побед 50%. В смысле, а у него там вообще проиграно 6 каток.
Да, я и говорю, что... А, помоги, помоги, зажали двое там. Как говорится, без паники, когда есть... Обовин. Факты. Ой-ой-ой, сюда! Неплохо, не зря, походу, у него в профиле столько проигрышей. Есть! Сюда! Ну что, сколько ты мне за буст платить будешь, а, дорогой? Я могу сегодня не играть, да? Ля! Ля! Забрал одного, еще один есть там. Для девки будет. Сюда! Эта катка будет называться... Что если сыграть 0-0-0-0-0 счет? Давай по очереди, короче, каждый раунд будем по 2 кила делать. Я с тобой не согласен. А, забей. У них, походу, слышишь, магнит на меня только, а на тебя у них вообще никак не работает выстрелы. Блин, на, минус 50 я ему дал, прикинь. А челик-то хорошо начал играть, походу. Походу, ждет нас сегодня офигенная каточка. О, дай пацан, дай пацан, дай пацан, они вообще офигеют сейчас. Отдавик АТХ подсадочного. Да сюда, к лестнице. ГГ полный. ГГ полный. Ладно, я второго на ноускоп, если что, поэтому не паник, без паники. Чекай, в прыжке, ноускоп. Легенда... А, я не запрыгнул, у меня авик слишком тяжелый. В прыжке давай. Хорошо! Вот это тайминг был! Чтоб ты понимал, я просто уже вниз приземляюсь и просто попадаю идеально, просто это жесть. Не, ну это все, легендарная 100% калибровка, после такого нас откалибруют на легенду. Есть тип, есть тип. Ай! Ой, хорошо, одновременно. Мы еще одновременно сказали хорошо. Да. Просто это не калибровка, это тупая развал схождения. Вы еще посадку не делаете? Давай, они вообще такого не считают. Что там раскид? Ой, у меня рука дернулась. Флешка. Там пацаны в шоке просто, как контрить эту подсадку. Давай по приколу еще раз эту подсадку. Не, мне кажется, тебе в голову прийти. Ну давай попробуем. Давай. Отвечай. Они не за контрит. Они думают, что мы не такие психи, что будем еще раз эту подсадку делать. А? Хорошо. Есть еще? А, он походу обходит с КТ. Бомба у меня. Куда? Да, вижу, ходить? Нашел. Нашел мужика, крадется, чекай. А, нифига! Нифига подкрался! Я думал, он не заметит меня. На! Тупо раздробил. Там просто один пацанчик, у него процент побед за последний день просто ноль. Прикинь, он в тильте, понял? Уже думает, только сейчас выживет, тут обоим с тик-таком, на. Планчу, прикрывай. А, у меня! Как ты прикрываешь? Белла, Боба, ты гонишь? Что это? Не, это лайки, ты сам видел. Я пробежал, она как-то задела меня. Погнали, пацан мид. Он пишет, ну что ж. Он намекает на то, что он сейчас что-то сделает плохо. Готов. Давай. Да. Погнал. А, они вдвоем меня ждали. Да, Белла, ладно, пофиг. Я пушу. Ох, не на префе! Он читы подрубил, муж, не? У него новый айдишник, мало часов. 5 кд, кстати, в обычной статистике. Интересно, что нас будет ждать сейчас дальше. Давай напишу на всякий случай. Без подруба, если ты решил. Какой подрубчик, ты гонишь? Да ну бы. Не, на всякий случай, чисто если... Ля, у меня 3-2 хп! Ну он как будто странный стал. В один момент. У меня 2 хп. Блин, ну у меня, конечно, не залетать ничего. Давай, ты обязан. Ждем. Выходи в смолка, такого не ждут точно. Он подруг. Полился мужик так жестко. Ну не может играть без. А то. Оу! Съесть второй, видел здорово! Еще один, добей, минус сюда сдал. А, неплохо ты решил добить мне. А что? Куда? Собрался, мужик! Давай, мужик, я тебя прошу. Как? Хорош! Это что за фигня? Он просто в матрице уворачивается от пуль. Братва, срочная новость. На булдропе вышел весенний булпас. Выполняя задание паса, вы сможете получать много халявы. А еще на сайте появилось много новых сундуков. Поэтому залетай в закрепленный комментарий и успей забрать промокод на халяву. Удачи! Обовин, я подумаю. А, то есть он даже не отрицает, что он подрубил. Аккуратно? Он уже на префе стреляет, аккуратно. О, что? Он за тобой, над тобой! Как они вдвоем еще там сверху. На! Сюда ты видал просто, что я выдал! Посреди хранги, чувак, ты видал? Они Феникс. А, так это фигня. Блин, так, у меня 9 из 10 каток. 9 из 10. Так, у меня еще 2. И получается, мы сейчас тебя откалибруем первым, а потом меня чисто окончательно. Плюс 100 к удаче, как говорится, калибровки. Погнали. Так, у нас третья каточка. И это просто жесть. Что за катки нам попадаются там у чела? Посмотри, сколько... Посмотри просто. 6500 часов, он всю жизнь в стендофе. Это забей. Опа, у меня один. Блин, опасно. Я выхожу, готов выходить? Давай, выходим максимально. Я тихо, я не топал.
Ля, топнул. Тут... Это я стрелял. Что спросил. Это? Тут есть тип. Еще один у тебя, справа, да. Как попасть? Хорош, хорош, красавец! Как я попадаю просто, это лучше. Ля, он мне, по-моему, мне плюху повесил, просто ничего не смог сделать. Чтоб ты понимал, вот этот чел, который был 6000 часов, он мне хаешки 15 хп оставил, и ни разу по мне никто не попал после этого. Давай вместе сейчас выйдем, чтобы мы наверняка... Блин, да задолбались с хаешками! Да как? Один мог обходить спину аккуратно. Сюда, к папочке, малыш! В принципе, чувствуется сила. Сзади, спида! Пуш его, пуш, пока тут спида, он на пропет идет. Блин, да нет. Как он в другую сторону смотрел? Я ж до хедшота ему стрелял, ну что за приколы сыграл? Сюда. О, что это? Это плюховуха. Plan to last. Хорошо, я, сюда. Как говорится, не прощаю. Папик, с тобой. Папик. Мне интересно, вот на что тебя откалибруют, когда нам попадаются уже, по-моему, чемпион. А, нам уже жесткие звания попадаются. Мне вот интересно, на что тебя откалибруют реально. Первый. На прайфе его просто не простил. Хорошо, блин, слушай, ну это было красиво. Эту катку надо максимально сыграть, потому что меня сейчас калибрует, понял? Да. Это последняя моя калибровочная, давай. Ой, они пушат меня, один. Уверен? Первый готов. Хорошо. Не пуш. Да забей, куда не пушить. Просто выходишь в вантапик, ставишь и все. Хорошо. Не, в прошлой каточке ты, как говорится, мои килы забирал, моя очередь теперь. Обхожу. Первый готов, второй... В доме топать. Жди, не пуш. А, нормально. Та ты задолбал, топай играть! Шо это? Они, наверное, тебя ждут стоят, а ты никак не можешь дойти, по итогу я первый дохожу. Ля, ты рабелла. Пошли мид за пушем. Не, давай ты на мид, я это... ГГ мне, они сейчас вдвоем там примут меня, отвечаю. Не, ты гонишь, они сейчас на план залетят, и как мы план будем? Да, они вдвоем тут. Ой, опасно. Хорош. Обходи. Парапет иду к нему. А, ну ладно, можешь не обходить. Ты задолбал, реально, дай мне поиграть! Это катка 1-2 в напарниках на глобалов. Чисто, вообще поиграть не дает. О, нашел одного. Первый. У меня, походу, второй будет, да? Да. Все, да! Ой-ой-ой! Хорошо. Я тебя сейчас забустил, сейчас смотрим, сколько тебе забуст дают. Какой забустил? Ты просто килы поворовал мои. 8-1. Сейчас победа. Ну-ка, смотрим, какой ранг. Смотрим. И ранг... Гол... 4? А как гол 4, если мы играем с мастерами? Там чел на элите был, а я гол не гол 4. Окей, смотрим, что мне дают в следующей катке. Надеюсь, мне не гол 4 дадут, а то это будет очень печально. Мне кажется, тебя просто жестко откалибровали, может, не? Да, мне кажется, меня жестко откалибровали. Потому что смотри, там чел на чемпионах и на голде там чел второй. Походу, вот ты на голду калибровался, а я вот буду сейчас на жесткий скилл калиброваться. Погнали, короче, смотреть. Так, последняя каточка. Мне вот интересно наших противников чехнуть рейнджер и... Ой, мастер! Все, меня на элиту калибруют минимум, отвечаю, все, погнали тащить. Если сейчас в игре будет элита, получается, да? Да, мне кажется, минимум элита, максимум глоб. Давай. Есть слева один. Ой, хорошо. Хорошо, слева еще. Прострелил меня, он пошел справа. Он бессмертен! Это что было? Хорошо. Ты видел, сколько вы всю обойму потратил? Имба, чувак, все, тащим. А в апсах один. Ой, опасно, нет, не вслиться, главное. Он спрыгнул. Он сейчас будет прыгать, отвечаю. Там один есть. Уля! Габелла! Сюда. Зачем? Чтобы они не забрали его, потому что мне кажется, у меня маленький шанс. А прикинь бы двоих забрал. Они не нашли мой клаш, отлично. Не отдали хотя бы дропом. Давай, бро. Есть тип. Отомстил. И второй лоу. Да блин, у меня... Понял, я прям за тобой был, он меня сбрил вместе с тобой, капец. Ну это везение называется, как говорится. Чего? Мне прям обидно. Давайте подсадочку дам, только шифти, понял? Давай, пробуй. Первый, уху, погнали. Хорошо, отлично, второй пункту, второй. Он прыгает, в лапсах. Ай, флешка, чья? Твоя? Моя. Топовая флешка. Хороший молик у него тоже, киберспортивный сразу видно. Опять флешка, я ничего не вижу. Ой, хорошенечко. Хорошо. На отлично, тебя забустился, пока ты плантил, и все разобрал. Под псами я сидел. Ой, почти одного забрал вдалеке. Был. Я врываюсь. Как говорится, время есть. Я плынду. Я иду с тобой с плантом. Давай. Ля, он меня прострелил, понял? Чисто через дощечку, справа он там. Вот здесь, да. Он здесь был, да. Он там был.
И второй справа. Оп, опасно. Что это такое, нифига себе? Молик, молик, молик. Хана ему, я пошел. Он тут. Хорошо! Вот эта перемоточка была интересная. Такое мне нравится. Блин, капец. Что-то вообще, что-то. Я сюда вообще играть не могу нормально. Что-то кажется, что в псы кто-то зашел. Ой, они вдвоем, короче, да, можешь поинт занимать пластиком. Один будет с кишки. Давай, давай. Да блин! Второй тут вообще взял. Сверху пошел меня хабелло. Не, все, я начал играть, я стараюсь, я начал играть. Давай, давай. Добрал, закатаем легко вообще, если честно играть. Так, Настя с одним хп усмог. Усмог. У меня хаешка прилетела, походу в кишке. Да, кишка! Настя, один хп тащерство, посмотри! Как я это делаю? Это просто. Не, это полный тренинг. Я вообще не могу. Он пол вышел, мне хэшот поставил сразу. Я вообще не понимаю, как я с одним хп тащу, это просто. Гоу подсад в это, а не то. Да не, да я тоже хочу поиграть, у меня 1.6. Давай меня тогда подсад. Да какой ты. А, ну вот и все. Тебя не простят за такой подсад. А, я лоу хп почти был. Иду. Лоу хп. О, нет. Не я лоу хп, а не лоу хп. Ой, хорошо, да, почти блин, попал. У меня лагает, быка! Не умри только. Стараюсь. На скиле максимально. На, сюда! О, машина, все, собрался наконец-таки, да? Или нет? Все, играем, говорю. Давай подсад, давай подсад. Больше три. Да какой подсад, нет, я хочу! На неожиданности. Нет, я играть нормально. Да умоляю, я тебе говорю, Ладно, блин, 2.6, я вообще 2 киллов не даю. Так тут не важны киллы, тут важна победа. Чекай, победу сейчас сделаем жесткую. Чекай, спина. Давай. Хорошо. Так, все, можно убежать за киллом тебе. Один снизу. Снизу же? Да. Ай, блин, минус 64, да? 4, давай. Жду. Ой, машина. Сюда, по тактикам работаем. Так, еще два раунда и все. Это изи, как говорится, победа. О, у них типа кипнул, смотри. Не понял. А что случилось, брат? Рановато что-то. Может, после этого там этот, просто клан у них распадется. После этой катки Абобин расформировал чужой клан. Осуждаем такой. Ой, вижу. Снизу, да. под псами. Сейчас я вхожу, тише. Давай, я его бачу жестко. Ну, либо... Абоин попросил не делать киллы, если что. Что, он сверху стоит на картонах, вот этих... Так как? Я не слышу, да я рад начал, я ничего не слышал. Абелла. Чтоб ты понимал, его не слышно было, как он запрыгивал. Там нет звуков. Я слышал, как он начал спрыгивать, но я не понял куда, потому что я рад начал. Нет, имеется в виду, он когда запрыгнул на это окошко, там вообще звуков не было, что он туда запрыгнул. Это вообще как понимать? Есть типа один. Вот так, там. А, что? Его не видно! Это что с игрой? Я тебе сказал, что точно так же он меня убил. Его не было видно даже, понял? А он не, может быть, он не просто так перезашел? Мне интересно. Я про это говорю, что его не было видно, он меня убил. Тебе не знаю, как он меня убил. Опа. А, он префом стреляет. Это интересно. Да блин! Не, это Габелла. Блин, надо выиграть последний раунд, а то что-то будет печально, если они каким-то чудом просто камбэкнут. Я пойду просто запрыгну к ним в апарт и все, не буду давать им зайти. А ты еще когда другие ходы. Не-не-не-не! Это читер, понял? Он на префе убежал на меня, на префе. Первый? Давай, чувак, да вынесешь вот так. А, о, есть, на балконе видел? А, башка торчит, понял. Понял, опасно. Это что было? Это как? Это что не так с этой игрой? Все, чувак, собрались, давай. Есть апарты. Блин, нет. Это было опасно. Сюда! Попал еще в него! Минус 63, у него 37 хп, 37 хп у него. Нет! Как? Я футнул минус 20 даю! Я футнул минус 20! Нет, это удача против нас сработала последний раунд! Это такой кринж мне... Что мне дали? Мне мастера дали! Изи! Мастера? Угу, хорош! Мне еще повысить должно за мою игру, пожалуйста, повысить. Не повысит? Он мне не показывает этот... Офигенно, стендов вообще последнюю катку хорошо завез. Особенно, когда чел просто... Его не видно, он стреляет и через стену убивает два раза нас. Не, в этой катке я вообще не мог ничего сделать. Я не знаю, я как будто не летело. В прошлой катке видел, как я дрючил, а сейчас вообще что-то не летело. Короче, забей. Главное, что офигенный ранг дали. Братва, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. И всем до следующего видосика. Всем пока!